С 1 августа в медицинских учреждениях Ленинского городского округа вновь введен масочный режим. Врачи снова фиксируют прирост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано 278 случаев. Для сравнения, в июне было всего 52. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией во взрослой поликлинике города Видны открыт второй кабинет неотложной помощи. Медики также отмечают, что в разы увеличилось количество вызовов на дом. Болеют как взрослые, так и дети. Мы ввели полностью масочный режим в наших медицинских организациях. Значит, возобновляем термометрию и просим наших всех жителей при посещении поликлиники, значит, соблюдать маски. То есть маски могут быть предложены и на сестринских постах, либо на ресепшене, либо приносить с собой маску, чтобы не подцепить и не заразиться ковидом. Врачи напоминают жителям, что главная профилактика коварной инфекции – это вакцинация. Подумайте о своем здоровье и защитите себя от тяжелых последствий болезни.